Всем здрасте, добрый вечер. Сегодня у нас будет цветной манти будет. Я тыкву поставила, чистила, тыкву поставила на огонь. И вода, половина стакана воды отправила. А здесь у нас свекла. Тоже так же чистила. Я отправила воду. Сейчас кипит, потом блендер сделаю. Вот у нас закончилось. Пила. Я сейчас положу на блендер. Блендер сделаем полностью. Через фильтр откроем. Вот у нас готово пюре. Я через блендер сделала. Теперь через сеть поставим наш пюре. А вот другой тоже так же сделаем. Еще горячий. Пюре готово. Теперь надо мне 2 яйца. Здесь у меня 3 теста будет. 3 вида. Будем взбивать хорошенько яйца. Положим сюда половину чуть-чуть. Чайный ложек соль. Помешаем хорошенько. У меня осталась вода, я положу чуть-чуть воды горячей, которую в пюре я сделала. Теперь нашу муку. Где-то спать. Вы сами увидите, как будет тесто. Муку положим и тесто будем делать. Вот у нас закончилось первый слой. Тест выглядит вот так. Я сейчас пакет поставлю. Потом он другой слой я покажу. Вот это свекла у меня здесь. Еще чайный ложек. Половина чайной ложек соль. Где-то чайный ложек. Потому что свекла сладкий будет. Чуть-чуть помешиваем, хорошенько помешиваем все наши. Вода еще чуть-чуть, все в муку отправим, сделаем тесто тоже так же. Вот у нас свекла тест тоже готова. Свекла вот так выглядит. Теперь поставлю на пакет, я белый тест сделаю. Вот у нас белый тест тоже готовы. Теперь положим сюда и раскатаем другой. Раскатаю и покажу вам, как сделать. Вот у нас я открыла желтый тест у нас. И у меня вот такие формочки есть. С помощью этого я отрезаю. Крупный мне не нужен, поэтому с помощью этого я отрезаю. Вот такие крупные. Отрезаем, потом я покажу еще раз, как сделать. Вот у нас все закончилось. Я поставила вот такие штуки, да, три штуки поставила. Сейчас я покажу. Я вот так края чуть-чуть сделаю и поставлю. Положу начинку. Наша начинка у меня мясо и лук.
Я сделала масло уже. Все. На блендере я сделала. Теперь закрываем вот так края. Закрываем и нажмем краю тоже. И как ролл будем сделать вот так. Как ролл будем сделать, и у нас будет как роза будет. Вот так нажмем края тоже. У нас будет как роза наша мантия. Все. Вот так выглядит. Вот у меня первый слой закончился. Я поставлю на три штуки. Вот так я положу. Я думаю, друг друга. Вот так положим. У меня дырка. Ничего страшного. Вот так положим. Только три штуки. Поставить начинку. Начинки от срединки поставим. Ложим срединку. Вот так длинный. Сейчас я покажу вам, как сделать. Как роза будет. Ваша мантия выглядит как роза. Теперь надо края, с края вот так закрывать края. С края закрываем краю. Вот так закроем. Не жмем с помощью рукава. Теперь как ролл. Вот так сделаем. Нажимай и края надо наверх, вниз. Вот так надо сделать. Открывайте вот так чуть-чуть. Выглядит как роза. Тоже так же закрываем с края. Открываем как роз. Все. Вот у нас закончилась мантия. Теперь я масло сделала слегка наверх. Лучше руками. Вот так. Масло, сливочное масло сделаем. Выглядит вот так, вот мантия, как лава, вот так выглядит. Все, у нас все готово. Вот у нас все закончилось, я поставила масло, вот так выглядит наша мантия. Ну, давайте, всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайк и напишите на наш канал. Нажмите колокольчик, пальчик наверх. Если колокольчик нажмите, новое видео приходит вам. Если пальчик наверх нажмите, нам приятно будет. Ну, всем до свидания. Пока. Нажмите, поставьте лайки. Ну, давайте, всем пока.
До свидания, пока-пока.